триггерные точки и как их лечить. Очень часто в мышцах спазмированных мы находим не равномерное укорочение мышцы, а локальные спазмированные точки. Они располагаются обычно вокруг места вхождения в нерв. И очень резко болезненные, при пальпации их вы чувствуете уплотнение и часто стреляющую боль. Поэтому называется триггерной точкой. Раньше мы всегда занимались с этими мышцами после изометрической релаксации. То есть сокращали мышцы и растягивали. А сейчас мы пытаемся понять. Это триггерная точка, результат нарушения кровотока, нарушение лимфооттока, нейрососудистая точка, а может быть, точка рефлексотерапии, потому что каждые точки в теле несут какую-то информацию. Поэтому, если нашли триггерные точки в теле, лучше обратиться к кинезиологу, который бы помог вам найти причину формирования этих триггерных точек и научил вас с ними бороться. Но если вы разминаете триггерную точку, она не уходит и только усиливается боль, значит, она тоже несет под собой какую-то причину, которая располагается вне этой точки.